поздравить вас из города Благовещенска, того самого Благовещенска, который находится в Амурской области, в той самой Амурской области, где сейчас идет большая стройка России 21 века, космодром Восточный. Мы сейчас с вами находимся на набережной реки Амур, а от нас ровно 800 метров набережная китайского города Хэйхэ. Между двумя крупными державами проходит по водной глади, а город Благовещенск является единственным в России региональным центром, который стоит на границе двух таких крупных государств. Мы находимся так далеко, что даже гастролирующие артисты, приезжая к нам после долгого перелета, удивляются, что здесь тоже живут их соотечественники и говорят по-русски. А Антон Павлович Чехов 130 лет назад совершил свое долгое, полное лишение путешествия. Цель путешествия его была привлечение внимания к сахалинской каторге. Проездом в Благовещенске великий классик пробыл всего 2 дня. Но с какой теплотой, с какой любовью он отзывался о нашем крае. Вот, например, «Эх, был бы я миллионером, купил бы пароход на Амуре». Или, допустим, «Что мне Италия или кратер Везувия? После нашего Амура они мне не кажутся такими обольстительными». Оставив позади 8000 километров. Чехов прибыл в Благовещенск, и вот на этом самом месте в 1890 году пароход «Ведьмак» пришвартовался в почтовый пристав. 130 лет назад Антон Павлович Чехов сошел на берег вот на этом самом месте. Некоторые историки считают, что Антону Павловичу своим путешествием удалось привлечь внимание властей проблемам жителей Дальнего Востока. И спустя год после Чехова к нам пожаловал будущий царь Николай II, по случаю приезда которого и была возведена Триумфальная арка, главный символ нашей Амурской области. О приезде Чехова напоминает мемориальная доска на здании бывшего речного вокзала, на которой написано: «Здесь 27 июня 1890 года был Антон Павлович Чехов». Находясь в таком историческом месте и все-таки испытывая дефицит по причастности к чему-то великому, мы с радостью рискнули и откликнулись на предложение представителей Ассоциации «Сибирский тракт» принять участие во всероссийской акции маршрутом Антона Павловича Чехова по Сибири на Сахалин. Всероссийская акция представляла собой хронологическую последовательность мероприятий в тех населенных пунктах, которые посетил писатель. Прогуляться по Чеховской аллее жители и гости нашего города могли каждый год 8 июля на площади рядом с библиотекой. Акция «Прогулка по Чеховской аллее» проходила в нашей библиотеке с 2015 по 2019 год. Что представляла собой Чеховская аллея? Это была творческая зона, на которой располагалось обычно 6-8 творческих площадок. Основа каждой площадки – это образы Чехова, идеи, мысли, крылатые фразы всегда по максимуму цитировались произведения классика. Украшение Чеховской аллеи – фотозона, на которой можно было сфотографироваться с фигурой великого классика, взять на руки каштанку, выбрать портфель с понравившейся фразой и даже для пущей важности примерить пенсне. На мастер-классе «Моя семья. Вишневый сад» дети учились создавать генеалогические древа, выделять предков по линии обоих родителей.
Так на Чеховской аллее зацветал вишневый сад из семейных деревьев, как символ настоящего, как связь между прошлым и будущим. На благотворительной выставке «Человек с молоточком», которая проходила в форме аукциона, мы продавали книжные закладки. Все закладки были ручной работы и выполнены детьми области. На вырученные деньги были приобретены книги для детей с онкологическими заболеваниями. И главной мотивацией для участия в аукционе была, конечно же, изумительная фраза Антона Павловича Чехова, что за дверью каждого счастливого человека должен стоять кто-то с молоточком и напоминать стуком, что есть болезни, бедность, потери. На творческой площадке «Письмо на деревню дедушки» ребята погружались в эпоху. Они писали послания своим дедушкам и бабушкам настоящим пером и чернилами, как когда-то их сверстник, герой рассказа Ванька Жуков. Конечно, они поняли, что написать письмо в то время было значительно сложнее. Традиционным для чеховских аллей стал юмористический опрос, а фамилия-то лошадиная. Ребята зачитывали отрывки из рассказа «Лошадиная фамилия» и придумывали кошачьи, рыбьи фамилии, птичьи и так далее. На площадках для малышей дети обычно рисовали каштанку или клеили ее из бумаги, выполняли какие-то, соответственно, их возрасту задания. Чеховские аллеи всегда были многолюдны, много улыбок, заинтересованность. Мы видели огонек в глазах детей и слышали часто много очень положительных отзывов. И, конечно же, проведение юбилейной пятой акции мы планировали более масштабно. Но 2020 год внес свои коррективы, и было решено перевести акцию в онлайн-режим. Целью проекта являлось, конечно, не только знакомство жителей Приамурья с дальневосточной страницей жизни Чехова, хотя фокус внимания был именно на пребывании его в Благовещенске, но хотелось прикоснуться к теме формирования ценностного отношения как среди детей, так и среди взрослых к своей малой родине. К тому же, на наше счастье, накануне вышла книга нашего краеведа, человека, влюбленного в Чехова, журналиста Валентины Петровны Кобзарь. Называется она «Благовещенск до востребования. Счастливое путешествие Антона Чехова на Дальний Восток». Конечно, мы понимали, что мы не в силах собрать даже небольшие группы читателей. И решено было сделать такую акцию, в которой бы сочетались два вида отдыха, как активный, так и пассивный. Но отдых, конечно, должен быть именно умный. Поэтому было решено сделать онлайн разные мероприятия в Инстаграм и на сайте. И одно мероприятие, которое будет являться активным видом отдыха. Как раз ребята по следам Антона Павловича Чехова в квесте прошлись и своими компаниями неплохо отдохнули и провели время. Как проходила информационная кампания нашей онлайн-акции? На сайте библиотеки, также на крупных порталах, таких как Культура.РФ, в соцсетях, в местных СМИ была размещена афиша с пресс-релизом. Новость начиналась с короткой и лаконичной фразы Антона Павловича Чехова. Дело в том, что за время самоизоляции ребята и взрослые уже насладились прелестями жизни в онлайн и с небольшой охотой принимали участие. Необходимо было их как-то заинтересовать. Поэтому новость должна была быть краткой, емкой, лаконичной, но в то же время не содержать избитый рекламный слоган. Поэтому здесь неповторимый стиль Антона Павловича был как нельзя кстати. Новость начиналась с возгласа «Если бы знать». И далее мы поясняем, это не возглас сдающего экзамена выпускника и даже не героини чеховской пьесы «Три сестры Ольги». Так можете воскликнуть вы, когда узнаете, что упустили шанс принять участие в нашей акции. Далее мы задаем риторические вопросы, тоже мотивирующие. Как не знать, что 130 лет назад великий классик, вопреки всем убеждениям, путешествовал по бездорожью и останавливался в нашем городе, как не знать, где бывал, с кем общался и с какой любовью он, не раз путешествующий по Европе и живущий в Ялте, отзывался о нашем крае. Как не знать? И далее идет очень емкая фраза, которая принадлежит нашему краеведу Валентине Петровне Кобзарь, автору книги. Ведь уехал он на Дальний Восток Антошей Чеханте, а вернулся Антоном Чеховым. И далее мы предлагаем решение.
вопросов, которые задавались во второй части. Приглашаем вас принять участие в нашей онлайн-акции и пройтись по следам великого прозаика и драматурга. И пусть совсем чуть-чуть, но стать участником его знаменитого маршрута по Сибири на Сахалин спустя 130 лет. Здесь, конечно, мотивация. Ребята участники награждались у нас сертификатом. Он выглядел так же, как афиша, но, естественно, с другим текстом. Что необходимо было для того, чтобы принять участие в акции? Поскольку сайт библиотеки имеет в основном информационную составляющую в акции, все условия были прописаны в Инстаграм более подробно. Допустим, если на сайте было написано первым пунктом «Посмотреть видео мероприятие, какая умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега» и все, то в Инстаграме нужно было оставить обязательно комментарий, просмотрев мероприятие. Какого числа будет выложено мероприятие, видео, да? Потом пройти фотоквест, тоже какого числа будет выложен в ленте, выполнить поделку, просмотрев мастер-класс «Славный народ собаки», ответить на вопросы викторин, две викторины у нас было для разных возрастов детей, пройти несерьезное тестирование «Хамелеон ли я?», это можно было сделать и на сайте, и в Инстаграме. Ну и далее условия, присущие Инстаграму, это заполнить регистрационную форму в шапке профиля, поставить лайк публикациям, и аккаунт, конечно же, должен быть открыт весь период акции. Далее с 3 по 9 июля мероприятия поочередно выкладывались в Инстаграм-аккаунте библиотеки и на страницах сайта. Первым этапом акции необходимо было просмотреть онлайн-мероприятие «Какая умная, смелая жизнь осветит со временем эти берега» и обязательно в Инстаграме оставить отзыв. Если мы здесь откроем, то увидим отзывы читателей, благодарные обычно слова, их мнения. И обязательно мы отвечали на каждый отзыв под словами поддержки, ну, вступали в диалог с читателем. Самым интересным и ярким этапом акции стал фотоквест по следам Чехова. Хотелось бы подробнее остановиться на этом мероприятии. Поскольку дети могли участвовать самостоятельно, за день до квеста мы опубликовали на сайте и в Инстаграм такую шпаргалку, не манжетную. Прежде чем отправляться по следам Антона Павловича Чехова, в ней мы рекомендуем просмотреть небольшой экскурс, то есть наше мероприятие, которое за день до этого было размещено на сайте в Инстаграм, «Какая умная, смелая жизнь осветит со временем эти берега». Затем необходимо вооружиться маршрутными листами. Их ребята могли получить в библиотеке или скачать по этой ссылке и распечатать самостоятельно. Также необходимо было взять таблички вместе с маршрутными листами. И, следуя маршрутному листу, выполнять все задания, фотографироваться и выкладывать их в Инстаграм с хэштегом «Маршрутом Чехова 28». И далее краткая инструкция, что необходимо сделать на каждой остановке. Всего 6 публикаций у детей должно было быть. Первое. Сделать селфи с Чеховым. Здесь мы закрепляем умение делать селфи. Второе. Прикоснуться к таланту классика при помощи фотоцитаты «Просторы Амура». Здесь мы развиваем чуткость к слову и умение фотографировать. Третье. Остановка называется «Вслед за Чеховым». Ребята узнают больше о своей малой родине и воссоздают историческую последовательность, заполняя ленту времени. На четвертой остановке необходимо было проявить смекалку на фототелеграфе 21 века. Здесь есть смысловая отсылка на телеграм, но поскольку Чехов любил телеграф, и это было первое место, которое он посетил в нашем городе, мы не могли здесь об этом не упомянуть. А на этой остановке мы развиваем внимание к деталям. Пятое. Выяснить, где и с кем обедал Антон Павлович. Воспитываем чувство прекрасного. Здесь намек на то, что Антон Павлович обедал в нынешнем драмтеатре. И шестое. Процитировать классика через фото «Люди Амура». На этой остановке мы проявляем любовь к землякам. Далее мы желаем удачи и ждем снимки детей в Инстаграм.
маршрутные листы. Они получились у нас довольно красочные и необычные в виде рецепта от доктора Чехова с его личной подписью и печатью. Дата проведения мероприятия и назначение. Показана прогулка с людьми приятными и незанудами. Также на первой странице расположена была лента времени. Ее необходимо было заполнить по ходу маршрута, читая исторические справки. Все даты знаменательны для нашего региона. Поскольку текста довольно много, нам нужно было обеспечить детям нескучное времяпровождение, поэтому были добавлены разные знаки. Если, допустим, вот такая была табличка на остановке, значит, здесь был Чехов, и для фото нужно было использовать именно эту табличку, которая выдавалась детям с маршрутными листами. Значок Instagram говорит о том, что нужно сфотографироваться и разместить фото в своем аккаунте с хэштегом маршрутом Чехова 28. Исторические справки там, где они были, после них нужно заполнить ленту времени. То есть мы старались, конечно, сделать минимум текста, но этого не получалось, поэтому вот эти знаки, обозначения какие-то условные, они детям помогали пройти весь маршрут с успехом и удовольствием. На первой остановке селфи с Чеховым ребятам были предложены варианты. Они могли пройти в библиотеку и сфотографироваться на нашей фотозоне. Они могли сделать фото возле мемориальной доски. Приветствовались также другие варианты. И, конечно, селфи с Чеховым после первой остановки уже появлялись в инстаграмах детей. На этом же этапе дети узнают из исторической справки, в каком году приехал Чехов, и заполняют ленту времени. На второй остановке «Просторы Амура» ребята должны были налюбоваться красотами и передать через фото восхищение автора, используя слова Чехова из его переписки, которые размещались в маршрутных листах об Амуре. Кто-то публиковал под фото несколько цитат, кого-то особо впечатлило одно выражение. Также ребята размещают фотоцитату в Инстаграме с хэштегом «Маршрутом Чехова 28». На этой остановке из исторической справки ребята узнают несколько фактов. На этом месте была пристань. Это первое. И именно здесь великий классик сошел на берег. Это второе. Также уточняется, что на этом месте 32 года назад сошел на берег Муравьев-Амурский наш генерал-губернатор и привез Айгуньский договор. Это чрезвычайно важный документ между Россией и Китаем в геополитическом отношении. Это была историческая победа России. Далее, здесь же, на этом месте, через год после Чехова, сошел на берег цесаревич Николай. И к его приезду была выстроена триумфальная арка. То есть, по данной исторической справке, чтобы заполнить ленту времени, необходимо внимательно ее прочитать и вычислить даты. Следующая, третья остановка называется «Вслед за Чеховым». Здесь мы использовали открытие Валентины Кобзарь и данные игры «Самый-самый Благовещенск». Это социальный проект, который вошел в 100 лучших проектов России. На этом этапе квеста ребята идут к зданию, которое располагается недалеко от библиотеки, и вспоминают рассказы Чехова, где мы видим мастерство Чехова как доктора. Также по пути ребята узнают, что, оказывается, это здание – бывший роддом, и, возможно, здесь на свет появились их бабушки и дедушки. На этом этапе квеста из исторической справки дети узнают, что в 1900 году было восстание Ихэтуани, и началось оно в Китае и направлено было против православных. Обстрел города длился 13 дней, но жертв было крайне мало и не было пожаров, хотя строения были преимущественно деревянные. А вот на этом каменном здании сохранилась выбоина от снаряда, то есть след 1900 года. То, что город практически не пострадал, этот факт считают одним из главных чудес Албазинской иконы Божьей Матери, местно чтимой иконы. «При чем здесь Чехов?» – спросите вы. А при том, что приятель Чехова, художник Сахаров, через 12 лет приезжает в Благовещенск и рисует знаменитую картину
оборона Благовещенска в 1900 году, знаменитую, конечно, для наших мест. На этой остановке ребята знакомятся с репродукцией картины, заканчивают заполнять ленту времени и делают фото на фоне выбойни, размещают в Инстаграм с названием «Рассказов Чехова» и хэштегом. На четвертой остановке «Фототелеграф 21 века» ребята узнают о том, что на этом месте искупался Антон Павлович, единственный раз за всю поездку на Сахалин. Также они продолжают, заканчивают, точнее, крылатые выражения Чехова, которые напечатаны в маршрутных листах, узнают о любви классика к телеграфу, так как телеграфисты настолько перевирали тексты с телеграмм, что часто эти факты становились источником для сатирических рассказов Чехова. Ребята же на этом этапе должны были обратить внимание на детали и сделать фото, не переврав цитату Чехова. То есть снимок должен был соответствовать выбранной цитате великого классика. Поэтому остановка называется фототелеграфом. Также фото размещали ребята в Инстаграм с хэштегом «Маршрутом Чехова 28». Далее, на пятой остановке, ребята догадываются, с кем обедал Антон Павлович, прочитав цитату из рассказа «Мальчики», где дети собираются бежать в Америку и добывать золото. Конечно, ребята догадываются, что Антон Павлович обедал с золотопромышленниками, причем, поскольку мы им говорим, что нужно пройти к зданию драмтеатра, они понимают, что обедал он как раз в здании нынешнего драмтеатра. Они делают фото на фоне здания и размещают в Инстаграм с хэштегом и ответом на вопрос. На остановке фотоцитата «Люди Амура» дети проявили любовь к землякам. Используя цитаты Чехова, они делали снимки, передающие чувства и настроение автора. То есть они фотографировали или себя, или понравившихся людей. Размещали эти фото в Инстаграм с цитатой Чехова о людях Амура, их несколько этих цитат, и, естественно, хэштегом. На этом квест заканчивался словами самого Антона Павловича, который он пишет своему другу. «Как вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин? Какой бы кислятиной я был сейчас, если бы сидел дома?» Далее мы поздравляем ребят, что они стали участниками знаменитого маршрута Чехова по Сибири на Сахалин спустя 130 лет. В результате фотоквеста ребята проходили по тем местам, которые посетил великий классик, делали интересные фотоснимки, размещали их в своем аккаунте с цитатами Чехова о наших местах, о наших людях, с крылатыми выражениями. И у каждого, конечно, слова великого классика оживали по-своему. На память читателям остались не только фотокадры и приятные воспоминания, но и маршрутные листы с рецептом от Чехова-доктора, где рекомендованы полезные прогулки с людьми приятными. Третий этап акции посвящался малышам. Ребятам нужно было просмотреть небольшое вступление, из которого они узнавали о детских рассказах Антона Павловича Чехова о собаках, о том, как любил Антон Павлович четвероногих друзей, и затем выполнить поделку в технике оригами, поделку каштанки, фигурку каштанки. Поскольку акция проходила у нас в онлайн-формате, поделка, конечно, очень несложная. Но и самое главное, нужно было заинтересовать детей, обратиться к этим книгам. Выполнив поделку, обязательным условием акции ребята должны были выложить у себя в Инстаграм с хэштегом «Маршрутом Чехова 28». Фото своих поделок. На следующий день после мастер-класса для малышей на сайте в Инстаграме появились викторины под общим названием «Знатоки рассказов Чехова». Ребята, отвечая на вопросы таким несложным образом, могли проверить свои знания.
Если на сайте викторина остается, то в Инстаграме она держится всего 2 дня. Каждый участвующий, конечно, видит результаты своих ответов. Мы видим это в статистике, на какой вопрос сколько правильных ответов, сколько неправильных. Заключительным этапом акции стало несерьезное тестирование «Хамелеон ли я?». Конечно, за основу взят рассказ Антона Павловича Чехова. Во вступительной статье к тесту мы немного рассуждаем с ребятами, что по сути хамелеонство – это отрицательное качество. Его и высмеял классик в своем рассказе. Но мы не должны путать хамелеонство с такими важными человеческими достоинствами, как гибкость, умение находить компромисс. Предлагаем ребятам ответить на вопросы теста. В зависимости от их ответов человечек приобретает определенный окрас. И ребята с удивлением узнают, что они тоже хамелеоны, но мы спешим их успокоить. Эти удивительные животные в природе тоже бывают разными. Бывают доминирующими, а бывают добродушными. Ведь оказывается, мы люди тоже меняем свой цвет, но в зависимости от нашего внутреннего состояния. Мы можем краснеть от стыда, зеленеть от злости, а можем светиться от радости. Тестирование несерьезное, просто повод задуматься. Уважаемые коллеги, таким образом прошла акция «По следам Антона Павловича Чехова» в онлайн-формате. Имея опыт проведения как в офлайн-формате, так и в онлайн, мы, конечно, несмотря на обстановку, на следующий год обязательно будем участвовать во всероссийской акции. Но в этом году участниками знаменитого маршрута Антона Павловича Чехова по Сибири на Сахалин стало более 160 семей с детьми и подростками. Ребята мастерили каштанку, отвечали на вопросы викторин, бегали по городу с табличками, фотографировались и полностью подтвердили слова Антона Павловича Чехова. Амур – чрезвычайно интересный край. Жизнь тут кипит такая, о которой в Европе и понятия не имеют. Народ все больше самостоятельный, независимый, с логикой. Дорогие коллеги, мы желаем вам успехов, а главное – здоровья, радости вам, всего вам доброго!